направление для обстрела Айзенста. Граната! Отряд! Отходите! Thank you.
Я проник на борт Цепелина и подслушал разговор доктора Александрова с Тоттенкопфом. Оказывается, Александров и был тем самым кротом. Но он работал не один. Судя по всему, Антон Криги тоже передавал информацию нацистам. Затем Тоттенкопф казнил Александрова. Если честно, мне его совсем не жаль. Теперь я должен последовать за Тоттенкопфом и Гансом Гроссе в мир Черного Солнца, чтобы помешать им уничтожить Айзенштадт с помощью сверхоружия.